Хоккей – это жесткая игра. В ней нужна сила. У меня репутация агрессивного парня, ведь я нападающий. И всегда готов к атаке. Но применять силу на площадке не значит применять ее в семье. Здесь агрессия недопустима. Насилие разрушает семью. В доме должны жить уважение, равноправие и любовь. Ты можешь дать это своим близким. Цените друг друга. Зайди на сайт остановинасилие.org. Спальня без насилия. Уважение, равноправие, любовь.